Добрый день, уважаемые коллеги. Как хорошо меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если слышите меня хорошо. Прекрасно. Я прошу прощения, у меня что-то произошло с моей видеокамерой, поэтому я сегодня вот так вот представлен фотографией. Коллеги, я сегодня, прежде чем представить вам нашего сегодняшнего спикера, как всегда, пару вводных слов скажу. Во-первых, те, кто зашел чуть позже, я прошу отмотать наш чат в самое начало. И здесь вы увидите две полезные ссылки. Первая из них ведет на расписание вебинаров на первое полугодие 2017 года. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар, который состоится вплоть до июня месяца сего года. Вот. А также посмотреть записи всех, всех вебинаров, которые уже прошли. Ну и вторая ссылка – это наш видеоканал на YouTube, на котором хранятся вообще все записи всех наших вебинаров, не только за текущее полугодие, а также учебные ролики и прочие видеоматериалы, которые есть у университетской библиотеки онлайн. Так что, пожалуйста, переходите по этим ссылкам, пользуйтесь, подписывайтесь на наш видеоканал и так далее. Как всегда, сегодня доступно для скачивания презентация. Чтобы ее скачать, надо в окошке «Ресурсы» нажать на иконку в виде дискетки перед названием презентации. Если у кого-то окно ресурсов не открыто, то вот примерно вот здесь, сейчас я нарисую стрелочкой, находятся кнопочки управления вашей видеокомнатой. Первая кнопочка — поднятая рука, вторая — смайлик, и третья, та, которая нам нужна, это открывающаяся папка. Вот, используя эту кнопку, вы можете открывать и закрывать окно ресурсы. И в этом окне можете скачать презентацию. Еще, значит, одно общее объявление общего характера. Если вы будете задавать спикеру вопросы, просьба вопросы задавать во вкладочке «Вопросы», которая так и называется, потому что вкладка общего чата, она может, за ней не очень удобно следить человеку, который ведет вебинар. Можно и пропустить там что-то, если какой-то активный обмен мнениями будет идти. Вот. Ну и последнее, что я хотел... А, нет, не последнее. Я хотел бы вам представить один из наших будущих вебинаров, который состоится на следующей неделе. Вот этот вот вебинар. Наш приглашенный эксперт проведет вебинар под названием «Единое окно доступа. Отрасль развивается». Должен быть достаточно интересный вебинар. Заходите. Это, если не изменяет память, среда будет следующая. Вот. Так, не могу скачать. Пишет, что нет разрешения администратора. Странно. В общедоступных ресурсах. Знаете, не должно быть такого. Если у вас не получится, я обращаю внимание, нажимайте обязательно на изображение значка дискетки, а не на, не на ссылку. Так, ну и последнее, что я хотел бы сказать перед тем, как передам слово Юле, это то, что все присутствующие здесь получат электронные сертификаты на тот электронный адрес, который, под которым вы зарегистрировались. Вот.
Обращаю ваше внимание, что если вам важно, чтобы сертификат был качественным, вы должны зарегистрироваться на этом вебинаре под полным фамилией, имя, отчество на русском языке с больших букв и так далее. То есть так, как вы хотели бы, чтобы это выглядело прямо на вашем на сертификате. Вам придет письмо со ссылкой, по этой ссылке надо будет перейти, зарегистрироваться на нашем портале и получить ссылку на скачивание именного сертификата. Именного сертификата, который можно распечатать, он цветной, с подписью, печатью, все как полагается. Все, на этом, наверное, мое вводное слово закончено, и я передаю слово Юлии Долбиловой, руководителю Приволжского филиала университетской библиотеки онлайн, для того, чтобы озвучить тему нашего сегодняшнего вебинара «Использование ЭБС Библиошкола в современной информационно-образовательной среде школы». Спасибо за внимание. Я передаю слово Юлии. Юлия, прошу в эфир. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас. Всем ли хорошо меня слышно и видно? Сегодня мы продолжаем цикл вебинаров, посвященный электронной библиотечной системе в школе. Данная тематика и проблематика мне особенно близка, интересна и понятна, потому что у меня тоже педагогическое образование, по специальности я учитель русского языка и литературы, и тоже работала в школе учителем русского языка и литературы. Тема нашего сегодняшнего вебинара – использование электронной библиотечной системы «Библиошкола» в современной информационно-образовательной среде школы. Для начала предлагаю остановиться на самом определении, что же такое информационно-образовательная среда в современной школе. Нормативные документы дают нам следующее определение. Информационно-образовательная среда – это системно организованная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированное на удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера. Далее, что же включает в себя информационно-образовательная среда в современной школе? Опять же, предлагаю обратиться к федеральным государственным образовательным стандартам. В соответствии с определениями, которые содержатся в федеральных государственных образовательных стандартах, информационно-образовательная среда образовательного учреждения состоит из комплекса информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, из совокупности технологических средств информационно-коммуникационных технологий и системы педагогических технологий, которые обеспечивают обучение в современной информационно-образовательной среде. Далее перейдем непосредственно к вопросу о том, как же можно использовать нашу электронно-библиотечную систему «Библиошкола» в современной информационно-образовательной среде школы. В предыдущих вебинарах, которых уже прошло несколько, именно посвященных нашему ресурсу, ЭБС «Библиошкола», уже говорилось и акцентировалось внимание на том, что электронно-библиотечная система «Библиошкола» – это информационный, образовательно-методический, административный и технологический ресурс. Кто же является его основными пользователями?
Основными пользователями ИБС Библиошкола, для кого, собственно говоря, и создавался этот ресурс, для кого он и предназначен, точно так же, как и пользователями информационно-образовательной среды школы, являются, во-первых, это администрация образовательного учреждения, директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Далее, в обязательном порядке педагогический коллектив школы, это и библиотекари, и учителя-предметники, и классные руководители. Это и учащиеся с 1 по 11 классы школы, и родители, и законные представители учащихся. То есть все они могут пользоваться нашим ресурсом электронно-библиотечной системы «Библиошкола». Далее предлагаю опять обратиться к федеральному закону. В соответствии со статьей 30 федерального закона Российской Федерации об образовании в Российской Федерации номер 273 ФЗ от 29 декабря 2012 года, говорится о том, что правильно организованная информационно-образовательная среда школы, в частности, грамотное использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, позволяет, во-первых, на новом уровне осуществить дифференциацию обучения, во-вторых, повысить мотивацию учащихся к обучению, в-третьих, обеспечить наглядность представления практически любого материала и обучать современным способом самостоятельного получения знаний. Вот это все и явится условием достижения нового качества образования. А теперь предлагаю на каждом из пунктов остановиться подробнее. Первый пункт у нас – как мы можем с помощью электронно-библиотечной системы «Библиошкола» осуществлять дифференциацию обучения. Начнем опять же по традиции с определения. Что же такое дифференциация обучения? Большой энциклопедический словарь дает нам следующее определение этого термина. Дифференциация обучения – это разделение учебных планов и программ в средней школе с учетом склонностей и способностей учащихся. Дифференциация обучения осуществляется через организацию школ, учебных потоков, классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов и факультативных занятий. В нашей электронно-библиотечной системе «Библиошкола» представлены книги по всем предметам, практически по всем предметам, которые преподаются и изучаются в современной школе и по которым, возможно, проводятся и факультативные занятия. Вот мы видим на слайде, представлен выпадающий список с перечнем всех предметов, по которым представлены книги на нашем ресурсе электронно-библиотечной системы «Библиошкола». Мы видим это алгебра, английский язык, биология, всеобщая история, география, геометрия, естествознание, изобразительное искусство, информатика, история, история России, литература, литературное чтение на родном языке, математика, математика, алгебра и начало математического анализа, геометрия, мировая художественная культура, музыка, немецкий язык, обществознание, окружающий мир, основы безопасности жизнедеятельности, основы религиозных культур и светской этики. То есть книги, как я уже сказала, ранжированы по предметам. Также ранжирование производится и по классам. Здесь представлены книги на нашем ресурсе для с 1 по 11 класс.
Далее второй пункт у нас был повышение мотивации учащихся. Как и с помощью чего мы можем повышать мотивацию учащихся, используя наш ресурс, электронно-библиотечную систему «Библиошкола». Здесь на нашем ресурсе представлена уникальная коллекция, которая состоит из книг, из аудиокниг. В настоящее время на нашем ресурсе представлено более 2000 аудиокниг, которые можно прослушать, и наглядных пособий. Они предназначены для легкого и увлекательного усвоения школьной программы. Всем известно, что в занимательной, интересной и нестандартной форме учиться и весело, и интересно, и облегчается усвоение практически всех предметов школьной программы. Также мы предлагаем чтение книг с компьютера или планшета вместо онлайн-игр в интернете. Доступ к библиотеке предоставляется круглосуточно по логину и паролю, то есть пользователи ваших школ смогут работать с нашим ресурсом не только в помещении вашей школы, но и из дома, из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет. То есть это главное условие. Мы предоставляем логин и пароль, и по этому логину и паролю, который вы выдаете уже пользователям вашей школы, все ваши пользователи смогут работать с нашим ресурсом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Переходим к следующему подпункту. Как мы можем при помощи ЭБС «Библиошкола» обеспечить наглядность практически любого материала. В нашей электронной библиотечной системе «Библиошкола» представлен раздел «Наглядные пособия», в котором представлены обучающие мультимедиа. Это коллекция аудиокниг, как я уже сказала, более 2000 аудиокниг в настоящее время содержится. Также представлены цифровые карты. В настоящее время их более 5000. Карты самые различные. Это и старинные атласы, и астрономические карты, геологические, демографические, исторические. Это карты и планы городов, это контурные карты, общегеографические, религиоведческие, топографические, экономические и этнографические карты, которые вы можете использовать и в ходе урока, обращаться к ним, чтобы продемонстрировать учащимся, например, ну, на уроках истории или географии и других предметах. И также ваши пользователи, ученики смогут работать с этими картами, с наглядными пособиями и из дома на нашем ресурсе. Еще один из подпунктов, из пунктов, точнее, которые мы с вами обозначили в начале, это мы должны обучить современным способом самостоятельного получения знаний. Что здесь мы можем предложить? Как я уже сказала, нашим ресурсом библиошколы можно пользоваться, работать с ним не только в стенах школы в учебное время. Это круглосуточный доступ. И учащиеся и учителя в ходе подготовки, допустим, к урокам, и учащиеся, тоже выполняя домашние задания, могут обращаться к нашему ресурсу, причем с любого устройства. Вот на данном слайде представлена мобильная версия нашего сайта. То есть работать можно и со стационарного компьютера, и с ноутбука,
ноутбука и с планшета и со смартфона. Вот так выглядит, например, на скриншоте мобильная версия сайта. То есть учащиеся и дома, используя современные методы информационно-образовательной среды школы, могут получать знания. Также еще хотелось бы остановиться на еще одном разделе. Это тренажеры и тесты, который представлен в нашей электронной библиотечной системе. Тренажеры и тесты также по различным областям знаний. Учащиеся могут, если речь у нас сейчас идет о самостоятельном получении знаний, то они могут и дома прорешать по заданию учителя какие-то определенные тренажеры либо тесты, чтобы таким образом подготовить, поднатаскать себя до нужного, именно до правильного варианта, правильного решения, правильного выполнения задания. То есть они могут работать, опять же, и на уроках с тренажерами и тестами, и решать их и дома. Это еще один современный способ самостоятельного получения знаний. Один из способов. Также мы уже обращали внимание на то, что одним из элементов информационно-образовательной среды помощь может выступать наша электронно-библиотечная система. То есть здесь вы можете просматривать, отслеживать статистику работы ваших пользователей с ресурсом. То есть у вас будет отражаться, вы можете задать начало и конец периода, который вас интересует, и посмотреть, какие именно, каким книгам обращались ваши пользователи, какие книги прочитаны, какие аудиокниги прослушаны. То есть и учителя, и администрация школы, и родители, опять же, могут контролировать то, как учащиеся работают с нашим ресурсом, как они выполняют задание, допустим, заданное учителем на дом. Еще один вопрос, на котором хотелось бы сакцентировать внимание, это на пополнении контента, на постоянном развитии нашего ресурса. Хотелось бы сказать о том, что электронно-библиотечная система «Библиошкола» развивается очень динамично. Пополняется она в соответствии с перечнем организаций, который утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации номер 699 от 9 июня 2016 года, который называется «Приказ об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». Итак, какие выводы мы можем сделать из всего вышесказанного? Используя нашу электронно-библиотечную систему «Библиошкола» в современной информационно-образовательной среде школы, вы получаете, во-первых, качественную инфраструктуру знаний, повышаете качество образования и престиж школы, во-вторых, вы экономите средства, вы получаете библиотеку электронных книг, подписка на которую эквивалентна стоимости нескольких печатных книг.
Далее вы получаете экономию времени. Удобный поиск нашей электронной библиотечной системы позволит вашим пользователям найти нужную книгу за очень короткое время, буквально за считанные секунды. Затем вы получаете круглосуточный доступ к электронным материалам и из школы, и из дома, что очень удобно. И доступ предоставляется для всех пользователей школы. Это, как мы сказали уже, и для администрации, и для учителей, предметников, и для классных руководителей, и для библиотекарей, и для учащихся, и родителей. То есть все пользователи вашей школы работают с нашим ресурсом. Дополнительно к электронной библиотечной системе «Библиошкола» мы подключаем еще один наш ресурс, предоставляем доступ к нему. Это обучающий арт-портал «Мировая художественная культура». Это вот как раз-таки к вопросу о наглядности. У нас был пункт «Обеспечить наглядность практически любого материала». И школы, которые у нас подписываются, оформляют подписку в 2017 году на электронную библиотечную систему «Библиошкола», получают в качестве бонуса приятного доступ к обучающему арт-порталу «Мировая художественная культура». То есть работают сразу с двумя нашими ресурсами. Как подключиться? Тоже остановлюсь немножко на этом моменте. Если школа хочет подключить бесплатный тестовый доступ к нашему ресурсу, то вы присылаете, вот как раз-таки на этом слайде представлены электронная почта, на которую вы можете обратиться, прислать заявку на тестовый доступ, либо вы можете заполнить заявку непосредственно на сайте и отправить ее. Мы ее получим и свяжемся с вами, и подключим бесплатный тестовый доступ к электронной библиотечной системе «Библиошкола» и к обучающему арт-порталу «Мировая художественная культура». То есть тестовый доступ тоже предоставляем к двум ресурсам сразу в связке «Бесплатный тестовый доступ», чтобы вы могли посмотреть и оценить наши ресурсы уже в деле на определенный срок. Обычно предоставляем тестовый доступ на один месяц. То есть вы присылаете заявку либо на мою электронную почту, указанную на этом слайде, либо можете позвонить по телефону. Мы как раз-таки, я приму у вас необходимую информацию для подключения. Это название школы, фамилия, имя, отчество, контактного лица, ваша электронная почта, на которую наша техподдержка уже отправит вам письмо уведомления о том, что тестовый доступ подключен, и вы можете работать, и отправит вам сгенерированный специально для вашей школы логин и пароль, по которому вы будете работать с тестовым доступом. Либо оформляете, как я уже сказала, либо заполняете вот заявку на сайте. То есть вот, пожалуйста, электронная почта, телефон, либо заявка на сайте. Для тех, кто хочет подключить бесплатный тестовый доступ, либо кто уже готов оформить подписку. Тоже контактные данные вот указаны. Телефон, электронная почта. И на сайте у нас тоже есть раздел с контактами. Тоже там контакты тоже представлены. Тоже телефон, по которому вы можете позвонить, чтобы получить консультацию. Либо обратиться по электронной почте. Мы оперативно вам ответим и с вами свяжемся. У меня все по данной теме, готова ответить на все ваши вопросы. Смотрю, во вкладочке они появились. Доступ в школе к библиотеке бесплатен?
Михаил Сергеевич спрашивает. Михаил Сергеевич, если вы пока берете ознакомительный тестовый доступ в целях апробации нашего ресурса, то тестовый доступ на определенное количество времени бесплатен. То есть здесь в среднем тестовый доступ мы предоставляем, как я уже сказала, на один месяц. Бесплатно. Сроки тестового доступа уже по договоренности могут варьироваться. Кто-то просит на меньший срок, кто-то просит на больший срок. То есть здесь, в принципе, этот вопрос обсуждаем. Но вообще стандартный срок предоставления тестового доступа, бесплатного тестового доступа, один месяц. А далее уже оформляется подписка. Когда вы принимаете решение, что вы готовы заключить с нами договор и оформить подписку на нашу электронно-библиотечную систему «Библиошкола», вы нам сообщаете об этом тоже, ну, либо по телефону, либо по электронной почте, как вам будет удобнее. Мы вам присылаем шаблон договора на согласование, согласовываем его, школа производит оплату. И после этого сразу же техподдержка подключает уже по подписке на 12 месяцев. То есть подписка на 12 месяцев – это уже платная услуга. А тестовый доступ, я повторяюсь, бесплатный. Коллеги, есть ли какие-то еще вопросы ко мне? Здесь пока я смотрю, вопросов нет, пока вы думаете, может быть, какой бы вопрос задать. Здесь хотела бы еще остановиться на том моменте, что здесь возможно подключение как отдельных школ, так и целых регионов, и на тестовый доступ, и по подписке. То есть здесь у нас есть такая практика, когда именно через управление образования, либо институты развития образования, либо через Министерство образования подключаются именно по единому логину и паролю, сгенерированному для данного региона, для данной области, подключается тестовый доступ. И работают именно все желающие школы, поэтому с этим тестовым доступом по этому единому логину и паролю. Либо школа может сама запросить тестовый доступ и подключиться и по подписке, и на тестовый доступ. То есть здесь возможны различные варианты подписки и тестового доступа тоже. Так, пропадает связь, подключилась снова. Угу. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Вопросов практически нет. На первых вебинарах их было больше, а сейчас, наверное, многие уже кто-то тестирует, кто-то уже подписался на наш ресурс, поэтому, может быть, уже вот пишут, все понятно, может быть, действительно уже как бы вопросов, поэтому в связи с этим и меньше, может быть, уже кто-то наглядно в деле уже работал с нашей электронной библиотечной системой, поэтому, может быть, уже вопросов и не возникает. Тогда, если на данный момент вопросов ко мне больше нет, но, может быть, они у вас возникнут позже, какие-то, может быть, вопросы, уточнения,
Пожалуйста, тоже либо пишите на электронную почту, я с радостью отвечу на все ваши вопросы, либо обращайтесь по телефону. На сайте у нас указан длинный федеральный номер, по которому вы можете звонить. Все звонки из любых регионов России бесплатные, даже если вы будете звонить с мобильного телефона. Либо можете звонить на мой мобильный телефон, то есть, опять же, как вам удобнее, телефон, либо электронная почта, по всем вопросам мы вас проконсультируем. Тогда, уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, я тогда выхожу из эфира и буду... Так, еще появился. Ага. Спасибо вам большое за внимание. Буду ждать ваших вопросов на телефон или на электронную почту и ваших заявок на бесплатные тестовые доступы. До свидания. Коллеги, давайте поблагодарим Юлию Викторовну. Я, в свою очередь, благодарю всех, кто пришел на наш сегодняшний вебинар. Приходите также на другие наши вебинары. Мы с удовольствием будем вас принимать. Вебинары у нас интересные, их много. Вот таким образом, я думаю, что мы сможем разъяснить много разных вопросов, которые могли бы быть вам интересны. Я тоже прощаюсь с вами, прощаюсь с Юлей. Юля, спасибо большое за интересный рассказ. Спасибо всем. До свидания, до новых вебинаров.